Ну, князь, расскажите нам что-нибудь интересное. Хорошо. Я расскажу вам безумно грустную историю. История, знакомая многим по великому произведению Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Новое прочтение преподнесли зрителям Иван Охлобыстин и Роман Качанов. Все-таки дураки друг к другу тянутся. Дурак не дурак, но денег-то побольше, чем у тебя. Точно подмечено. А давай купим им байдарку и отправим на Белое море. Может, утонут? Так как же живется героям Достоевского в России 90-х? Смотрите во вторник, 1 августа, на телеканале «Самара ГИС».